Именно вот твоих ближайших соратников, вот я вижу Мафона, именно от них. Когда будет Тандем Фаундейшн наконец-то? А вот надо спросить. Мафон, пойди сюда, Сань, пойди сюда. Вот здесь спрашивают про альбом Тандем. Альбом, привет, меня Саша Мафон зовут. Где Слэмл? Слэма приболел, к сожалению, он очень любит Питер, но, к сожалению, он приболел, не смог сегодня приехать. Он очень любит пить просто. Он очень любит пить при этом, да, но, к сожалению, не получилось сегодня приехать, он об этом жалеет уже, я уверен в этом, как бы, на 300%. Альбом пишем очень долго уже. Да, уже лет 9 пишем, очень много треков уже записано, много треков отсеяно, удалено в корзину, и корзина очищена. Не хотим давать никаких сроков, но мы надеемся, что осенью он все-таки выйдет. Может быть, в октябре где-нибудь. Типа. Какой лейбл? А лейбл никакой. Лейбл просто... Шестой этаж просто, да. То есть, ну, мы ни с кем ничего не подписывали, никому ничем не обязаны. И, как бы, наверное... То есть ты все-таки даже не The Nation? Какой The Nation? Мы по поводу денег поговорим потом с Лешей без камер. Так как бы никому ничего не должны. На самом деле, лейбл — это второстепенная фигня. Мы просто как бы хотим зарелизиться наконец-то уже. А там будет видно, по каким это лейблом будет хоть студия. Аллы Пугачёвой. Это вообще, в принципе, не имеет никакого значения для нас. Кстати, Алла Пугачёва была бы... Да, вообще, да, продержи вообще Аллы Пугачёвой. На самом деле, шестой этаж, мы пишем в натуре всю музыку, все почти... Ну, не буду говорить, что все почти готово, но как бы мы просто хотим выпустить тот релиз, за который не будет стыдно потом. И вот как бы такая фигня. Мы как бы, ну, надеемся зарелизиться, правда, в скором времени. Надеюсь, что у нас это получится. У нас сейчас как раз перерыв. Вот у нас последние два концерта, Питер, Нефтеюганск. И мы сейчас беремся конкретно уже когтями своими, как у Сундога, вот такими вот. И беремся за продакшн, за весь, и все. И начинаем все доводить до ума. Спасибо, раз мы в Питере, большой тебе привет от Симпла. Спасибо, слушай. Между прочим, на продакшн Симпла будет как минимум одна песня у нас на альбоме, она будет называться «Ветер».